Девочки, мальчики, всем привет! Я хочу кое о чем вам рассказать, поделиться с вами. Сегодня четверг, 9 вечера, и ко мне пришла идея. Начну с предыстории. Хочу знать ваше мнение. Вставлю этот кусочек во вложек. Думаю, вы мне ответите. Многие знают, что у меня есть два канала. Первый канал — это бьюти-канал, там 23 или 25 с чем-то тысяч подписчиков, я уже не помню. Там я снимала только в последнее время бьюти-видео, какие-то организации, организаторские видео. И этот канал, влоговый канал, я просто раньше снимала все на один канал, потом захотела разъединить эти темы и завела этот влоговый канал Cute & Vlogs. И сюда я снимала только вложики. Там попадались какие-то пустые баночки, но тем не менее, все равно я сюда постила влоги. Сейчас сидела, у меня тут есть список заданий, которые мне нужно сделать. Было записать темы для Ютуба. И я долго не могла понять, что мне делать со старым каналом, с первым. Потому что там очень много подписчиков, мало просмотров. Туда я вообще уже не снимаю. Там есть партнерка, но я ее отключаю, потому что я с нее ничего не получаю. Они с меня имеют деньги за рекламу. И я хотела развить вот этот влоговый канал, чтобы начать пользоваться им, зарабатывать на нем хотя бы какой-то минимум, чтобы это был дополнительный источник дохода моего, и снимать сюда видео, потому что здесь более активная уже, более свежая аудитория. Те, кто хотел, перешли со старого канала сюда. Мне этот канал как-то стал более ближе, более теплым, что ли, уютным, чем тот, который был раньше. Мне пришла идея, чтобы закрыть старый канал, уже не выпускать туда ничего. Видео останутся, канал останется, но все теперь будет сниматься на этот канал. И бьюти-видео, и вложики. То есть они будут чередоваться. Поскольку я иногда снимаю бьюти, иногда снимаю вложики. И хочу вернуть тот формат, который был раньше. Потому что когда они периодично меняются, видео между собой, по мне это более интересно, чем постоянно влоги, влоги, влоги. Или постоянно бьюти, бьюти, бьюти. То есть чтобы это было так живенько. И я решила сделать это на этом канале. Еще плюс в том, что я буду чаще появляться на канале. По этой логике моей. И мне будет проще, я не буду себя терзать. Поэтому жду ваших комментариев. Ну, почему-то мне кажется, что вы согласитесь, потому что вы любите мои видео, любите смотреть. И порадуетесь тому, что я придумала. А я, в свою очередь, постараюсь не лениться и записывать для вас видео, потому что сейчас холодно. И не хочется вылазить вообще из квартиры. С одеялка я вон нашушкалась, горелка у меня под ногами. Лежу под тремя пледами в четырех кофтах. Короче, весело. Еще я позавчера ходила последний раз к стоматологу. Думала поменять пломбу в одном зубе, а в итоге она нашла кариес скрытый в другом. И, слава богу, мы вовремя его полечили. И еще она мне исправила мою, как мы назвали ее, семечкой. В карте мне тоже так назвали, кодовое слово в скобках — семечка. В общем, вот тут у меня был такой, как выщерб такой. Я в детстве открывала банку жестяную и сдерла эмаль полностью вот так вот. А потом начала кушать на этот зуб семечки. Она у меня вот такая выбоина была. И она мне ее сравняла. Ровная. Так что теперь у меня практически все зубки с новыми пломбами. Там, где не надо менять. Там в одном зубе она сказала, не нужно, не трогать. Ну, в ближайшие полгода я туда больше не покажусь, слава богу. Я очень ждала этого момента. Получается, у меня вся эта сторона полечена, это полечено, тут полечено. Короче, мне все, что надо, вылечено. Минимизировали кариес к нулю практически. Только единственное, если где-то что-то не увидели, ну там просто нереально не увидеть. Я очень рада. И последний визит мне обошелся достаточно дорого, даже со скидкой.
настолько цены повысили, что правильно сделала, что пошло еще год назад туда. Поэтому самое страшное, конечно, еще впереди для меня. Это котель МРТ 3D. 3D-диагностика челюсти нижней. Для того, чтобы ставить импланты вместо шестерок, которые у меня вырвали еще в школе по тупости врачей. И тоже нужно копить деньги, денег много нужно. Ой, боречки, займусь еще про зрение. Туда тоже нужно ехать, тоже операция хотелось бы сделать, потому что эти линзы уже закачали меня. Пришла новая партия линз, и вот этот глаз у меня плохо видит. Я отправила обратно, сказали отправить на экспертизу, но так как прошло 14 дней с момента покупки, экспертиза не приняла линзы. Просто взяли мне с жеста доброй воли, отправили 3 линзы, которые отправляла свои на этот глаз, мне новые с новой партии отправили, и все равно случилась та же хрень. Ну, дискомфорт я чувствую, вот так, как будто вот что-то где-то не так. Вот, но у меня есть еще одни линзы, которые идут по материалу чуть-чуть плотнее, они мне подходят хорошо, я просто этими попользуюсь и дальше буду использовать те. А старые, которые мне типа не подходят, будут просто как запаска лежать. Вот такие пироги, так что... Я разболталась. Сейчас немножко еще посижу, что-то поделаю. Хочу найти себе красивый трекер привычек, впечатать туда свои привычки, которые хочу развить, начинать это делать. И на работе распечатаю себе, повешу на доску желаний, наверное. У меня такая есть пробковая доска, может, помните, 30 на 40. И буду стараться за этим следить, хотя бы я буду их видеть. Так что пожелайте мне удачи. Я дерзаю.